В дежурную часть управления Министерства внутренних дел сообщение о ЧП поступило в 3:00 ночи. Реагирование сотрудников внутренних дел и органов пожарной безопасности было моментальным. Спустя несколько минут после звонка возгорание кабинета удалось полностью предотвратить. Была совершена попытка поджога. Мы выдвинулись сюда в то время, когда мы подъехали. Здесь уже были сотрудники правоохранительных органов. Мы вместе зашли в помещение и обнаружили, что была попытка поджечь офис с помощью бутылки с зажигательной смесью. Эта попытка была предотвращена, пожарные сработали оперативно, все потушили, и таким образом все как бы цело. В кабинете обгорели напольное покрытие и часть мебели. Аппаратура и документы, по словам руководителя исполкома советского отделения, не пострадали. По данным пресс-службы УМВД России по Брянской области, происшествие находится на особом контроле. По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Расследование ведется во взаимодействии с УФСБ России по Брянской области. Татьяна Глазова, Сергей Ковач. События, Брянск.